Прекратить регистрацию автомобиля после продажи стало проще. Раньше, если покупатель в установленный законом 10-дневный срок не перерегистрировал авто на себя, а продавец поленился снять с учета, штрафы за нарушение ПДД нового владельца приходили прежнему. Теперь такая возможность практически исключена. Личный визит в подразделение госавтоинспекции больше не требуется. Гражданин по истечении 10 суток может записаться на сайте, на едином портале государственных и муниципальных услуг для производства прекращения регистрации, подать заявление в электронном виде, приложить в электронном виде договор купли-продажи и в течение суток получить ответ о том, что регистрация его автомобиля прекращена за ним. А прежний собственник, в случае, если он не зарегистрировал транспортное средство, в надлежащем порядке, да, то он будет привлечен к административной ответственности.